святые Николы, угоднище преизрядный Господь, теплый наш заступниче и везде в скорби скорый помощниче, помози нам грешным и унылым в настоящем житии, умоли Господа Бога, даровати нам оставление всех грехов наших, илибо согрешили от юности нашей во всем житии нашем, делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствами. И во исходе душ наших помоги нам, окаянным, умоли Господа Бога, все Твои содействия, избавите нас. 19 декабря, в день памяти святителя Николая, праздничное богослужение в Никольском соборе Николо-Угрешского монастыря возглавил преосвященный Феогност, архиепископ Каширский. И его преосвященству сослужили заместитель председатель синодального отдела по монастырям и монашествующим архимандрит Стефан и духовенство Угрешской обители. Каждый год, и нынешний не стал исключением, в день памяти угодника Божия Николая в Угрешскую обитель приходят люди, прихожане, паломники и гости монастыря, чтобы почтить святого, так далеко по времени и месту жительства, отстоящего от нас, но такого близкого и понятного сердцу русского человека. Для жителей Угрешской земли посещение Николо-Угрешского монастыря 19 декабря стало доброй традицией. Они приходят сюда десятилетиями, с того самого памятного момента, когда в декабре 1990 года на ступенях еще не восстановленной Успенской церкви был отслужен первый молебен святителю Николаю. 30 лет назад над Угрешской обителью после длительного времени безмолвия и небытия вновь зазвучала иноческая молитва. С благодарностью братья монастыря вспоминают людей, которые в первые, самые сложные для монастыря годы, с молитвой и упованием на милость Божию буквально на руках поднимали из руин разоренную обитель. Как в далекие 90-е годы прошлого столетия люди объединились вокруг святой Угреши, так и сегодня спешат они сюда и в дни радости, и в дни печали. Знает точно православная душа, что рядом со скорым помощником, святителем Николаем, все невзгоды легче пережить. После окончания богослужения владыка Феогност напомнил о сильной, многообразной, далеко простираемой ревности угодника Божия Николая благотворить ближнему, о его удивительном милосердии, с которым он относился ко всем окружающим, о милосердии, которое не кричало о себе, не ждало благодарности от людей, а совершалось прекровенно, о милосердии, ведомом лишь Господу Богу, нашему сердцеведцу. Не будем скорбеть, когда нас не благодарят. Не будем скорбеть, когда мы за добро зло получаем. Господь, Он наш скоропомощник. Он наш небесный Отец. И мы все идем к Нему. А земное поприще – это только испытание того, кто мы есть и зачем мы есть. Молитвами святитель Николая, архиепископа Мир, Летисия, Чудотворца и всех святых, Господь да подаст нам радость доброделания и ожидания не земной награды, а вечной. Не случайно тропарь святителю Николаю, который звучит 19 декабря на богослужении, начинается словами «Правила веры и образ кротости». И действительно, святитель Николай является тем образцом, с которым нам нужно сверять свои слова и поступки, помня, что образ нашей жизни и образ наших мыслей неразрывно связаны между собой. Милосердие, сострадание и любовь. Вот ас, буки и веди универсального вселенского языка, понятного каждому жителю нашей планеты вне зависимости от национальной, языковой и социальной принадлежности. На этом языке разговаривал хрупкий телесно и могучий духом архиепископ города Миры, святитель Николай Чудотворец.